Давно это было. Жил в то время на земле громадный змей. И все живущие на земле, в воде и в воздухе, подчинялись ему. Однажды змей призывает к себе комара и приказывает: «Облети всю землю. Даю тебе право кусать все живущее на ней, чтобы ты мог узнать, у какой земной твари самое вкусное мясо. Узнаешь и доложишь». И комар полетел. Долго летал он по земле, перекусал всех птиц, зверей и человека. Радостный и веселый, возвращается он с докладом к своему повелителю-змею. Встречается на его пути ласточка, спрашивает: «Куда ты, комар, такой счастливый и довольный летишь?» «Лечу к змею». «Зачем?» «Он мой повелитель. Послал меня узнать, у кого из тварей земных самое вкусное мясо». «И ты узнал?» «Узнал». «Чье же мясо тебе больше всего понравилось?» спрашивает ласточка. «У человека самое вкусное мясо», — отвечает комар. Не успел он злосчастный это вымолвить, как ласточка, неизменный друг человека, оторвала у него часть жала, лишив возможности говорить. Прилетает комар к змею, вьется около него, пищит, а сказать ничего не может. Кусочка жала-то ему не достает. Тут же вьется и ласточка, и весело щебечет. «Змей, я понимаю комара. Ты его посылал узнать вкус мяса всего живущего на земле. Все виды мяса он испробовал, и теперь говорит, что нет вкуснее мяса, чем у змея». Кинулся тогда змей на ласточку, но та тотчас же бросилась прочь. И змей лишь вырвал среднее хвостовое перо. Вот почему у ласточки раздвоенный хвост.